Я скажу, в прошлом году по этим показателям мы добились определенных успехов. И не только по этим показателям, а в целом снижение наркозависимости, профилактики их, прежде всего, это учебные заведения наших среди населения. И по результатам этого года, прошедшего 2016 года, мы занимаем лидирующее место по как раз этой работе, необходимой работе, значимой. Почему? Потому что это судьбы людей. Вместе с тем, серьезной проблемой на территории Первомайского сельского округа назвали злоупотребление алкоголем. Показатель из расчета на душу населения здесь выше примерно на 20%. По словам Сергея Козлова, педагогам, полицейским, общественникам, да и просто соседям необходимо действовать совместно, принимать соответствующие меры, если алкоголь продают несовершеннолетним, а также выявлять подпольные точки торговли спиртосодержащими жидкостями. Чем больше мы будем давать информации, к чему это приводит, о последствиях, и, безусловно, разбивать те ячейки, которые сегодня складываются, когда один наркоман привлекает в свою деятельность вокруг себя до 10 и более человек, это не должно быть. Мы должны вот с вами вот как раз обращать на это внимание. Выявлять там, где у нас торгуют спиртными напитками, выявлять места, где вблизи школ и вблизи наших социальных объектов.